Высшая коллегия судей Египта приостанавливает свою работу до тех пор, пока президент не отменит конституционную декларацию. Официально бессрочная забастовка судов всех инстанций начнется во вторник. О таком решении председатель коллегии заявил на открытой пресс-конференции. Там же присутствовал отправленный ранее в отставку генеральный прокурор Египта. Генпрокурор еще раз подчеркнул незаконность своей отставки и всей конституционной декларации в принципе и отказывается оставлять свой пост. Обнародованная в четверг Мухаммедом Мурси, она урезает права и возможности судей. Самого президента она наделяет неограниченными правами, а его указы теперь невозможно оспорить. По сути, говорят правозащитники, это переворот судебной власти, а это уже грозит новым политическим переворотом. Решительный настрой показывают граждане страны. На улицах не только оппозиция, но и бывшие сторонники Мурси.